Парни, всем привет! Значит, я в магазине Big 5, и здесь много-много спортивной обуви. Я вам сейчас покажу такой спортивной и раздеянок. И здесь очень много акций проводится именно по спортивной обуви, такие хайкинговые, мощные кроссовки. Вот, допустим, вариант. Что тебе большие эти? Вот, допустим, такие вот кроссовочки фирмы Динелли. Вот, они такие, знаете, вот детям, вот смотрите, как дети носят, да, все носы вечно сбитые, вот кроссовки хорошие, Adidas, но они вечно все обтрепываются, если дешевые брать. А вот, допустим, такие, они идут с такими вот носами усиленными, вот, то есть, и вот здесь кожаные, кожа применена, такие крепкие кроссовки, и сейчас я вас удивлю ценой. Где цена? Цена 19, а вон акция, $19.99, $20 стоят такие кроссовки. Да, у меня пальцы два проходят. А ну покажи. Ты встань и вперед подвинь ногу. Ну вот эти нормальные. Это 7,5 или уж 7,5? Ну вот там мой палец заходит. Не, вот эти ему нормально, вот эти надо брать, 7,5. Вот, сейчас я вам еще покажу. Тут очень много распродаж часто, допустим, вот. Кожаные такие же Динелли, да, $20. Вот. Ну, это я показываю хайкинговые, всякие там усиленные. Я такие люблю, там, чтобы носы крепкие были, где-то полазить. Вот Barrel кроссовки, да, $29. Тут как бы цены такие хорошие. Ну, кто любит чисто спортивные, вот это женские, чисто спортивные, да. Тоже есть. Ну вот я вообще не люблю такие синтетику тоненькую. Где-то они быстро изнашиваются, быстро рвутся. Хотя цены вообще, смотрите, $22. Очень дешево. Вот эти популярные американцы любят. Вот эти $69. Вот. Нормально? Берем? Сейчас я покажу. Мужские. Вот ботинки такие вот большие, Калиман, типа кожаные. $35 такие ботинки стоят. Вот. Вот, типа военные, но цены нету. Это чистый спорт. Что интересного еще? Я уже, наверное, снимал в этом магазине несколько раз. А, я здесь оружие снимал. Сейчас мы еще пройдемся, посмотрим по рядам. А, спорт не снимал. Что ты там потерял? Значит, ну вот, тут можно детям, допустим, вот смотрите, маленькому, ну, ребенку кроссовочки крепкие такие, чтобы носы не позбивали. Я что-то люблю вот такие. Вот, $20 стоят. Вот тут какая-то specials, я не знаю, что это за specials. Кроссовки специальные тут такие. Все почти по 19, 22. Ну давай, шлемы пошли. Вот. Мы этот магазин любим, потому что тут очень часто... И шлем, и скейтборд, и наколенники. Сколько цена? Локотники. $50, но тут сразу все. А, и на подлокотники, на локотники, наколенники, да? Да, и шлем, и скейтборд. Да. Папа, тут очень часто бывают скидки хорошие, можно купить несколько раз. Шлем, а есть для девочек шлем? Да, классно. Дальше мы покажем интересное, чтобы... Вот такие тапки. Тапки для охотника. Чтоб он их сам не нашел в траве. Где цена? Цены нет. А, вон. Ничего себе тапки. $35 такие тапки. Но в них можно в воду вступать. Видите, вода всегда выйдет. То есть по воде прошелся. Такие вот. Вот. Окей. В общем-то, магазин такой очень интересный. Вот, допустим, байкрак, как этот, крепление для велосипеда на багажник. Я такой покупал за $30 бэушный. А этот сколько стоит? Нет цены. Это иногда цену не видно. Ну, они, как правило, новые где-то будет стоить $80 приблизительно. Такие. Бывают по акции за $50. Этот на два велосипеда. Вот. По объявлениям такое можно за $30 я купил. Ну, самокатчики хорошие. Вот такие вот эти штуки. Самокат. Вот, пожалуйста. Чтобы не скользить. Смотри. Самокат. Такая... Акция.
с разборным рулем 21,98 по акции. Смотрите, вот любой самокатик, они все металлические, никакого пластика. Все металлические по 21 доллару. О, ролики с наколенниками, со шлемом, смотри, целая коробка. На 50 долларов, кстати, так, ценчик такой. Ролики. А это ролики коньки. Ну, а такое ролики, смотри. Это ролики коньки вроде. Да, они с двух сторон колеса, видишь, не одно посередине. А вот колесо а можно. А переднее одно, смотри, да? Колеса можно убирать. Где, как тебе удобнее. Или так, или так. Ага. И туда надо регулировать. Ну, вот из-за этого оно дороже. Из-за всяких плюшечек. А, и коньки этой передачи. Мячи Nike, найковские мячи. 20 долларов стоит найковский мяч. Что тут еще интересного есть? Боксерские перчатки Everlast, кто любит? О, для боксеров, 40 долларов стоит. Выбор огромный, моделей всяких. И все по 40, все цена одинаковая. Вся цена одинаковая, 40 долларов. А, маленькие за 16 для детей. А подожди, я еще гру... Подожди секунду, это кому, что за? Ну, это я нашла, 7,5. Мы Яну уже взяли, нормальные, крепкие. Может, 50 баксов? Сколько? Нет, они сейчас на акции. Сколько они по акции? 20 с чем-то, 20. Да мы ему уже взяли за 20. Там. Second, second. А, вот груша о, Everlast. Сколько она стоит? В Америке называется человечек, у нас его по-другому Боб? Зовут. Это Боб. Да, всех этих таких. Ага, вот смотри, Боб, Барри, оппонент. Да. 269, вот это вот устройство, лупить Боба. Это и такое. А, стоит 79 долларов, такая 129 побольше. Вот груши стоят. Боксеры малые. Так, так. А вот Everlast, груши 99, 79, вот такая 79 долларов. Everlast-овская стоит. Весит. Сколько стоит? Весит мало, 2 паунда, да? Да, ну так. Люша, что с тобой? Спортом заниматься решил. Так, давай что-нибудь еще интересное посмотрим. Перчатки всякие, вселякие. Так. Так, еще вот грильницы всякие, да, вот 24-25 долларов стоит. Ой, не грильница, а такая плита для природы. Газовая. Шашлыки делать. Вот тоже газовая. Это все газовые такие. Это разжигать, наверное, что? Читай, там написано. Шашлыки сделай. Точно. Шашлыки делай. Так, 79 долларов. Вот такая газовая грилька. Газовый гриль. Кстати, газовые, газ продается, видите, в каких хотите баллонах, в любых. Нас вечно боятся показать. Это боятся, все опасно, там газ. Вот здесь во всех магазинах газ. Еще даже большие баллоны такие по литров 20 продаются, сменные. Прямо в магазинах. Это для Camp Fuel, это топливо для Camp. Топливо для этих, это типа наш керосин, наверное, или что-то. Заправлять в лампы в эти во все грильницы там всякие. Вон теннисные ракетки, давай вообще посмотрим. Сейчас рыболовный покажем. Вот смотри, для плавания 20 долларов очки Speedo. У меня же очки есть, маска есть. На день рождения. Вот мне тоже, кстати, надо маска. Ракетки теннисные 74. Кстати, про ракетки хочу вам сказать. Вот, допустим, ракетки Wilson. Почем они? Самые лучшие. 159. Ну, это такие очень классные. Вот, я вам скажу, в магазине Goodwill мы себе купили ракетки. 101. В общем, вот такие ракетки Wilson можно купить там доллара за 3. Я даже за 1,5 пару раз брал. За 1,5, за 3, за 4. Любые вот эти классные. Они будут чуть-чуть ручки потертые. Вот. Но пару раз я даже находил с хорошими ручками такими. Вот, и они были очень даже классные. Но в любом случае, вот такая же самая ракетка, вот она стоит 75 долларов. Вот вы ее там купите за, в этом году или за где-нибудь там 4-6 долларов, если даже она такая очень маска прикольная. Маска для камеры GoPro, там крепление. Покажи. Вот, видишь, GoPro. Ага, прикол. И вот тебе набор целый. Лишь бы она маска сама хорошая была. Смотри. Смотри, куча всего. Почекай. Я здесь хочу это посмотреть. Ласты, маска, трубка.
Кстати, прикольно, $30 стоит маска сразу с креплением на голову для GoPro. Я не знаю, как она по качеству, стеклянная ли у нее вот эти, потому что я такую маску одну видел, Саша себе купил, со стеклянными этими очками, очень классная, кстати, была. Вот это вообще Body с золотыми glove. Такими отливающими, видишь? Красный, я с золотой. Такой плавал, она не очень, мне не понравилась, она затемняет слишком. Вот это, смотри, набор целый, ласты, трубка, очки, эти, я не думаю, сейчас такое прикольно. $69 стоит набор. А что это такое? Вот. Нет, здесь прикольно, что налобное крепление, видишь, маску, одеваешь камеру, класс. Вот это уже интересная очень штука. Как повесить, ты мне скажи? Я уже повесил. Что это такое? Это чтобы плыть, отталкиваться, пальцы одеваешь и гребешь, чтобы скорость была больше. Да. Так, ну пошли рыболовный. Теперь идем удочки смотрим в рыболовном отделе, да. Я тебе покажу самые дешевые. С кем понравится? Самые дешевые. Сейчас я сначала через лодки пройду. Костюмы. Смотрите, майка, допустим, вот такого расцветки такой, она на ощупь приятная, наверное, хэбэшная. $15 стоит. Покупайте. Это детский, это в луже карася ловить. $14 взяли. Вот такие вот, с такими, вот эта майка уже дорогая, $40 стоит. И рюкзачки такие, дейпак, на природу ходить, $59 вот этот долларов стоит. Да, костюмчики такие прикольные, да? Дизайнчик. Ну, вот это вот вообще прикольное. Правда, ткань такая, что такая-то как синтетика. А, там флис внутри. О, фант. Ого, $80, между прочим. А, сейчас скидка на него. 44,87. Вот на такие вот. Это поилка, наверное, пить воду, чтобы заливаешь и трубочку вставляешь и пьешь. Там же с трубочкой и берешь так. Да, да, да. Вот такие вот рюкзаки есть. $69. Типа военный. Военный, там карманов, смотрите. Ну, может быть, он и не военный. Но рюкзак очень классный, очень. Я вот так смотрю. Он military. Надо. Кто там? О, у тебя чипец военный, прикольно. Это US Navy расцветка. Да, прикольно. А вот такие рюкзаки здесь прикольные. Вот такое, допустим, стоит $69, $70. Ну, как бы надо считать еще плюс налог. О, ролики старые, такие с четырех колесиков, которых невозможно кататься. Зачем они тебе такие? Которых невозможно кататься. Вот. Значит, сейчас я вам покажу еще такие пластиковые лодки. Рогатка. Рогатка с металлическими шариками. Вот такой прикол продается. Любой может его купить. $9.99. $10 стоит. Боевая рогатка. На охоту, я не знаю. Резинками стреляет такой. Сколько стоит вот такая вот лодочка? Она стоит сейчас. Подписано. Цены нету, да? Значит, с другой стороны, может быть, цена. А, вот та, допустим, синенькая маленькая лодочка стоит пластиковая $229. А вот тот каяк $300 стоит, оранжевый. Вот такой каяк, он, видите, небольшой, одноместный, и сзади у него есть такой для всяких вещей такое еще помещение. Угу. Вот их, они очень популярны. Вот на этот сейчас скидка $299 зеленый. Он такой большой, с упорами для ног. И там бокс такой у него закрывающийся большой. Вот. В общем, довольно интересная. Кстати, мне вот такая штука нравится. Когда-нибудь я, наверное, прикоснусь вот к таким вот вещам. Тут в Америке все это доступно.
спиннинги, удочки. Вот здесь, кстати, по акции все стоит. 16 баксов. А вот смотри, 16 баксов с катушкой вместе. Правда, катушка такая. Ну, дешево, у кого денег нет, пожалуйста, 16 долларов. Новый спиннинг. О, эти. Такой покрепче. А еще дешевле, 15, хотел сказать, покрепче. Ну, вот такие получше по акциям, 25 долларов. Короче, у нас туристическое такое видео получилось. Находим. Начали с обувью. Ну, это такие. Хотя нет, металлическое. Нет, это пластик. Пластик, но он крепкий этот, как ты называешь? Да, такой типа крепкий. Велосипеды. Луки. А вот, кстати, блочный лук, ну, наверное, очень, ну, дешевый, наверное, да? Блочные, потому что они дорогие, когда такие профессиональные. Блочные это как? Блочные, когда вот здесь колесики, блоки такие. Он очень сильно натягивает. Настраивает. 59 долларов. Простенький блочный лук побаловаться. Стоит 59 долларов. За стрелу 5 долларов за один. 5 долларов стоит? Да, и она, кстати, остренькая. Она охота брать. Не, она не остренькая такая, но. На белой походится. Так, спальники по 30 долларов, 44 калиман. Тут, кстати, акция. Тут была акция на швейцарский, сейчас его нету в продаже, да? А был швейцарский этот вот, Swiss Army, за 30 долларов. Егор наш аж кипятком писал. Вот. Ладно, идем дальше.